Привет, зрители! Здравствуй, отечественная зима! Кошмарная, ужасная, не сколько холодами или какими-то невзгодами, падающими с неба, а прежде всего реагентами. Именно мы, автомобилисты, кто постоянно ездит, да и те, кто ходит, пешеходы, также страдают. Уж не говоришь про домашних животных, которые в силу своих особенностей вынуждены выгуливаться на природе, так сказать, да? Ну, про собак, например, речь, про кого-то еще, кого-то можно выгуливать, да? В общем, лапа попадает на этот кошмар, и если автомобиль просто становится грязным, да, то все остальные, там, начиная от обуви и заканчивая живностью, очевидно, страдают. Так же, как и автомобилист не только снаружи может испачкаться, как я регулярно делаю, но и внутри, например, обрызгают грязью. И что делать? Порадоваться. Порадоваться можно, потому что гольф красив, он ярок. Я вновь всех призываю покупать яркие автомобили, чтобы радоваться в этом отечественном сумраке хотя бы чему-то. И если автомобиль может порадовать, ну, как это может повлиять на вас? Да, конечно, с позитивной точки зрения. Тем более гольф хорош. Гольф всегда был хорошим, да, это он класс, как говорится. Ну, а сейчас он стал еще лучше, но еще дороже. Это главное, конечно. Я считаю, что в моих рассказах, где я хвалю автомобили, главное, конечно, ощутить именно возможность транспортного средства. То есть проехаться и понять, как. Соответствует ли цене или нет, это вам решать, друзья. Для этого я все это веду, для этого показываю возможности реально. Не просто звездоболь, а показываю, как машина едет, как она себя ведет. Не становится снаружи, да, это каждый может, а изнутри. Чем хорош гольф? Ха. Ну, конечно, гольф хорош тем, что это гольф, да. У нас здесь и независимая подвеска есть. Там вот рычаги, да, где-то они там, давайте посмотрим, где они. Вон они, да, переплетение рычагов. Это вам не Шкода, да, с балками. Это вам настоящий немец, да, как говорится. Все лучше. Более того, недавняя Audi A3 новая, которая, по сути, представляет собой тот же самый Golf и якобы дороже только по своему бренду в цене. По езде вот то же самое. Я пробовал найти отличие, что-то у меня как-то не получилось. Возможно, зимняя резина влияет, то что здесь у нас что? Нешипованный Мишлен, который в формуле 225, 45, 17. В общем, сложно, да, по зиме рассказывать. Мало того, что дайте нечистота, с чего я начал, всегда я новый про это каждый год, каждый новый сезон, вы такие, о, опять зима, значит, будет найти про снег. Ну да, кому нравится коричневый снег, мне вот лично не нравится. Зато гольф очень нравится, правда, есть особенности. И сегодня трасса, сегодня мы посмотрим, как машина едет. Это самое главное, самое интересное, потому что гольф всегда был драйвовым автомобилем, немецким, способным порадовать самыми разными мощностными характеристиками, да. От там минимальных моторов до там заряженных. Вспоминается до сих пор VR6, например. Ох, был настоящий душевный мотор, атмосферный, да. То ли шестерка, то ли рядная, то ли V-образная. Ух, вот эта немецкая техника. Даже, кстати, был VR5 мотор. Удивительная история. А сейчас турбо воткнул, неважно, сколько цилиндров. Главное, чтобы турбило. Но в нашей стране пока доступен только один мотор. Кстати, смотрите, как интересно, да? Вот это да! Квадрата, 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 квадрата. Но не только квадрата, да? Строгий облик. Залетает у нас Apple CarPlay. Беспроводной, кстати, да? Это, видите, у нас Type-C USB, да? Телефон без провода в CarPlay. Отлично, да, хочешь сказать, they're good, да? Good-то good, но с одной стороны классно, конечно, да. С другой, в гольфе, честно говоря, желая удивить, показать, да, как говорится, блеснуть, чтобы было что в рекламном проспекте писать, отказались от настоящих кнопок. Ну, почти. Слава богу, от Тигуана здесь нет колеса, которое в топе сенсорное тоже. Хотя, мне кажется, в теории может быть. Потому что открываешь немецкий каталог, и у тебя волосы там дымом становятся. Как много версий, как много вариантов, как любит своего потребителя, да. Бренд как предлагает каждому по своему мотору, каждому по своему версии. И открываешь российскую, думаешь, о-о-о, что есть? Единственный мотор, единственная коробка и две версии. GTI, для тех, кому позаряженнее, да, поинтереснее. И вот не наша версия, кстати, это Style, это не эксклюзив, но, тем не менее, по сути, Style доведен до эксклюзива. Все у нас здесь, как в российской версии. Честно говоря, не густо, не густо. Ну и главное, да, чем шикует гольф, это то, что настоящих кнопок, кроме руля, ну, раз-два и общался. Слава богу, хоть варечка настоящая. Вот это хорошо. Остальное все сенсоры. И сенсоры, друзья, это понтово, но действительно неудобно. Если у старших Audi там есть виброотклик, здесь виброотклика нет, здесь просто сенсор, да. Причем сенсор, да, часть кнопок, слушайте, подзвучивается, часть нет. Ну, я бы сказал так, можно было сделать
несколько версий. Одну сенсорную, другую не сенсорную. Впрочем, за сенсорная мода, она везде. Китай туда лепит. И вот те грабли, которые Джеймс во время испытал на себе, почему все остальные решили примерять. Я не знаю, зачем за этим гоняться. Должно быть удобно. Хай-тек хай-теком это можно сделать без сенсорных кнопок. Но гольф шикует. Гольф шикует. У нас везде есть, видите, модули сенсорные везде. Даже чувствует, когда ты подходишь, ох, машина тебя ощущает, класс. Ну, хоть здесь кнопки настоящие. Ладно. Я считаю, что, безусловно, сенсорная история должна быть, ну, ограничена. Либо должна быть какая-нибудь версия сенсора, ну, что-то такое, да, то есть хай-тек, например, да. Чтобы человек мог выбрать. Хочешь настоящие кнопки? На настоящие. Ничего не мешает поставить настоящую кнопку вместо этого, честно. Ну, реально, да. И дальше уже ты можешь играть внутри настроек. Это логично. Но вызывать меню... Не знаю, друзья. В общем, сложно. Сложно, но зато красиво, четко. Прям чувствуешь, в немецком автомобиле все понятно. Хотя чем-то, да, вот подобный экран творчество корейцев напоминает. Но здесь он поинтереснее сделан. Более приятно интегрирован, на мой собственный взгляд. Ну, тут, смотрите, например, двигается у нас, да, двигается у нас. Да, двигается. Видите, небольшое вместилище. Кстати, везде есть резиновые вставочки, это хорошо. Но надо заранее это делать, потому что, например, расположение 12-вольтовой разметки несколько странное. То есть, если вы гаджеты подключаете, вы не можете пользоваться подлокотником. Достаточно странно, потому что можно было сюда куда-нибудь воткнуть его. Но, видимо, современный человек это не нужно, потому что здесь есть все. И беспроводная зарядка, причем она на отлоге здесь. И проводная зарядка, она, соответственно, отсюда с USB Type-C, и сзади Type-C. Современная машина, да? Да, ладно. Довольно про это, давайте мы уже приступать к движению будет. Тем более, мы эту связку видели уже, да. Вот еще хочется отметить, Volkswagen Group хитрые, четкие, просчитывают все. И говорят, в Россию мы будем поставлять единственный мотор, ну, на большую часть автомобилей в гольф-классе имени самого себя будет. У Octavia более крупный будет, будет у Audi A3 и вот будет у Golf непосредственно. Вот они все связаны между собой. И зачем нам лишние запчасти? Зачем? Мощность оптимальная, 150 сил. При селективе нет, автомат 8 передач. Наслаждайся, отечественный потребитель. Ходили слухи про 1.6, 110 сил всем известны. Но что-то этой связки, походу, нет. И не понятно, появится она или нет. На момент обзора это не ясно. Пока, Месот, пожалуйста. Любите, жалуйте. Гольф, эталон. Эталон, да, по эргономике, эталон по удобству, по размещению. Но, да, переигравший в хай-тек. Ну да ладно. Готов установим звук, сейчас послушаем. Сейчас послушаем. Ну, перед началом, да, конечно, друзья, устройство Roadgeater рекомендую вам, вот смотрите. CityGo 3 в данном случае. Но весь модель ряд доступен, друзья. Выбирайте регистратор, сейчас Новый год впереди. Срочно выбирайте. Кто уже после Нового года смотрит, тоже выбирайте, потому что классное оборудование, я его сам использую и вам рекомендую. Можно обращаться как хочешь, надежно, четко работает, да и снимает классно. Даже база данных есть через GPS, а у Premiere, например, активный радар-детектор. Очень классное устройство. Четко, надежно обновляются, хорошо. И видите, как широкий угол позволяет их размещать там, где вам удобно. Вот такой вот супер кайф для вас от RoadGit. Ютубчик, мьюзик, сейчас послушаем звучок. У нас же здесь Harman Kardon, да? А? Ну, правда, здесь вот и написано. Это написано вот здесь. Это хорошо. Давайте слушать. Недавно прослушанные. Так, что мы можем послушать? Да, беда. Аймори-то нету. Аймори-то нету. Что ж, что ж делать? Давно не слушал, да? Вообще какие-то странные исполнители, как оно определяет, вообще непонятно. Сейчас посмотрим. Так. Как вообще это работает? Интересно. Интересно вообще. Где? Где Аймори, а? Так. Не знаю. Надо скачать, точно, точняк. Ладно, сейчас мы найдем Аймори. Ну, что делать? Придется лезть в телефон и искать Аймори. Listen to your heart — это не тот. Listen to your heart — это, в общем, другая история.
Погнали. Так, Аймоли, видео. Все говорят, давай другую песню. Друзья, дело в том, что другая песня — это хорошо, конечно, но они все с авторскими правами. Это большая проблема для меня. Так, где она? Супер песня. Не вижу Викенда. Ладно, напишу здесь. Вот и Викенд. Вот она, поехали. Удобно просто, честно говоря. Ну и как удобен гольф, смотрите, как удобно. Хлоп, класс. Поехали. Звук так, да? Удобно. Вот есть в этом, да, в сенсорах удобство, но, честно говоря, звучание, вот немецкий, наверное, да, вот как говорится, что такое немецкое, да, четкое, понятное, ну вот какой-то душевности звуки, да, вот этих вот мягких каких-то вот таких вот, сложно, да, вот со звуком всегда сложно объяснить. В общем, звучание очень такое сухое, прям сдержанное, вообще совершенно не дает тебе вот эту вот мягкую какую-то вот ауру, не дает, в общем, четко прям, вот бас, ну вот бас, вот тут. Вроде хорошо, да, высокие громкости уровня хорошо переносит, сабвуфер играет, но вот это вот какого-то восторга от звука нет, хотя должен быть. Ну ладно. Это не самое главное, друзья. Главное, конечно, движение. Курок в драйв. Поехали. Автоспуск у нас с ручника. Кстати, автохолда нет, что удивительно. То есть, удивительная история, да, вроде бы автоспуск есть, а автохолда нет. Почему? Ну, видимо, отдельная история, отдельная опция. Отмечу, вот не зря начало, да, пустил, что вот грязь, все такое. Гольф не боится отечественной грязи. Почему? Камера, видите, с заднего хода, она спрятана под эмблемой. И поэтому она всегда чиста. Это прекрасно, не надо, да, градить огород с омыванием, еще что-то. Сделали четко. Все спрятали и хорошо получилось. Ладно, поехали. Узнаем, какова мощь, какова прыть. 150 сил — это очень много. Тут скажут, ха-ха, много-много, смеешься, что ли? Мы там по 300-500 сил ездил, всего не хватало, а 150 сил много. Много для переднего привода зимой, откровенно говоря. Не зря больше, кстати, и не везут в Россию мотор. Это зачем переплачивать, да, на акцизах, разных там делах. Ты вот попробуй, да, реализуй момент. Ну, давайте попробуем, выворачиваем руль и посмотрим, какова мощь. Оценим возможности автомобиля. Проверяем. Педаль в пол. И трекшн. Да, трекшн постоянно работает всю первую передачу. Причина — много мощности, передний привод. И все это дает вот такую вот связь, соответственно. Какие бы хорошие шины не ставили, все равно у вас будет пробуксовка в начале движения. Мощь и сила. В общем, 150 сил вполне достаточно для переднеприводной версии, а полного привода для России не существует. Да, в Европе там Alltrack есть, и обычный универсал, чего только нет, да, а нам, увы. В общем, Ходж Гольф только в таком варианте. Ходж Гольф мощнее, ну, смотри по своему там любимому бренду, грубо говоря. Уже по группе надо смотреть. Либо в Тигуан идти, да, потому что там места больше. Хотя, кстати, да, вот локализация же Тигуана есть, соответственно, он получается доступнее. То есть, опять же, да, внутри опять самих марок, расположение их, какой-то некий каннибализм все-таки присутствует. Ну, а зачем брать компактный хэтчбэк, по большому счету? Ну, если есть, соответственно, относительно крупный кроссовер. Хоп-хоп. Ну, помчали. Как динамика? Достаточно. Весело выкручивает, условно, доступный скоростной режим. Немецкий автомобиль, да, он готов к более мощным моторам, там, в 300 сил, 400, пожалуйста. Можно ставить и двигаться дальше, совершенно ничего не меняя больше, потому что все это сделано с запасом, все это сделано для того, чтобы ты мог, да, двигаться и не отказывать себе в безлимитном вождении. Да, это у нас в стране сквозь трусость пролезает эти все, вот, это все опасно. Вот немцы правильно, ребята, делают правильные автомобили с правильными возможностями. Педаль придавил, погнал, ох, хорошо, да? Душевно как. Пошел, убрать колейность ощущается, видите, нас активно переставляет. Впрочем, уже давно все на шипы поставили и выработали асфальт, да, вот это да. Кстати, интересно, знаете что? Интересно то, что у автомобиля, ну, можно здесь посмотреть, по сути, нету в
вранья у спидометра. Обычно все говорят, вот у тебя спидометр вечно там врет, и расскажешь, что он врет. Здесь вообще настолько четкая история с спидометром, это просто невероятно. Так, давайте я включу Яндекс, будет лучше видно. Выставляем круиз, в нашей версии адаптивки нет, конечно, она может быть, но в нашей версии ее нет. Да, у нее сумма много чего может быть, очень красиво выставляется, да, вот 130. И мы выставляем 130 и смотрим, и получается 130. То есть, по сути, ну, 129, по сути, очень-очень сверхточный спидометр получился. То есть... Привычная запаска там плюс 5, плюс 10, там меньше ставишь. Здесь не получится, потому что он прям вот, вот немножко, буквально там 2 километра. 2 километра он дает в пользу, да, это лак. В вашу пользу, чтобы вы там, да, и все-таки не штрафы пачками не возили, потому что в нашей стране, да, обилие камер таково, что просто не можешь расслабиться. Вот. Ну, приборы, конечно, некоторые помогают, но тем не менее. Засады всюду. А гольф летит-то здорово. Каких-то вопросов нет по движению. Очень споро реагирует на педаль газа. Активно. В общем, даже в обычном режиме движения, да, позволяет идти на высоких скоростях уверенно, легко, классно. Ну, разве что совокупность зимней резины и колейности дает эффект свой. То есть, все-таки... Калийность ощущается, ну, больше, чем мне хотелось. С другой стороны, ну, нет такого во всем мире, чтобы дорога была вся испещена этими колеями, да, то есть ты едешь, поэтому я калийность при нее говорю, но ни в коем случае не призываю хоть как-то умалять движение автомобиля. Совершенно в этом нет необходимости, потому что это особенности отечественных дорог, которые, ну, зависят от колесной базы, от ширины, то есть не по объективным причинам, а по субъективным. То есть нельзя же всех заставить одну и ту же ширину колеи иметь, чтобы, да, в колейность попадать, а по колее тебя несло, грубо говоря. Все машины разные, поэтому, естественно, разное расположение. Так, залезем мы сейчас в климат. Может, да, одну кнопку. Ну, смарт-климат у нас тут. Видите, я ноги грею, у меня ноги промокли, я грею, поэтому нам надо уйти в авто. Есть разные степени, кстати, авторежима. Обратите внимание, низкая интенсивность, средняя, высокая, это хорошо. Вот, будет погромче, но зато удобнее, что называется. И попробуем теперь, сейчас будем поддевать. Потому что, ну, погода дрянь, ноги мокрые абсолютно, естественно, они сохнут и дают... Некий пар. Сейчас ситуация с этим справится. По езде, вот, друзья, абсолютно могу сказать, что я не могу отличить автомобиль от Audi A3 новый. Ну, вообще. То есть надо бы, наверное, брать закрытыми глазами, с одинаковыми рулями и пробовать ехать. Но вот один в один. Просто один в один. По настройкам, по движению. Ну, возможно, наверняка какая-то разница там есть. Возможно. Но вот как ощущаешь... Идеальный немецкий четкий автомобиль на зимних колесах со смягчением плавности хода. Ехать кайфово, это факт. Это факт. С другой стороны, да, мы можем посмотреть на Октавию, которую делают дурнушкой. Для чего? Ну, чтобы, опять же, расчистить для более дорогих представителей группы, более дорогих марок дорогу, то есть специальный дизайн делают все-таки несколько специфичный, потому что, ну, ну, Октавия тоже едет хорошо, да, и ты думаешь, что, а даже не говоря там про конкурентов, да, а именно внутри самой, как бы, группы, ты думаешь, а черт возьми, а в чем разница-то, а? Зачем переплачивать, да, вопрос. Разгон вообще без труда, сдержанное движение, да, вперед, никакого ора от двигателя, все четко. Заходим на еще один круг. Соответственно, и правильный режим у меня есть, но, честно говоря, мне он индивидуально стоит. Открутил немножко себе под необходимости, да, поджал. Ну, сами решайте, сами выбирайте, что вам нужно. Отмечу, что каждому, что называется, свое. Возможности по кастомизации некоторые есть. Я люблю, чтобы руль был потяжелее, более упругим, потому что он более четкий. И приятнее брать автомобилем. Ну давай, едь. Что ты еле едешь? Что у тебя за дела? Прекрасно, как видите, заходит.
щелк стеклоочистителя, хотел сказать поводок, он скажет, что это упал привод. Вот, на самом деле поводок, он и есть поводок, да, соответственно. Едем. Даже вот учитывая, что летит всякая дрянь, относительно чистые боковые стекла, в общем, аэродинамика продумана. Продумана. Это факт. В авторежиме все это дело увожу. И давайте попробуем, как ускорение. Есть кнопочка кикдауна под педалью газа, соответственно. Так что в этом плане удобно. Можешь получить несколько вариантов ускорения. Да. Если нужно максимум, продавливаешь и получаешь максимум. В остальных случаях все попроще. Поплавнее будет. Удивительно, да, очень сложно, кстати, рассказывать про автомобиль. Главная причина в том, что он слишком хорош сам по себе. И в итоге получается так, что ты думаешь, а что ты можешь сказать, если все хорошо по езде, да? Ну, несколько висковатые тормоза. Ну, это сейчас общая тенденция по системам управления, что дали тормоз, они более вязкие, связаны с тем собением электроники, которая распределяет моменты там и все такое. Ну, в целом, совершенно невозможно придраться к автомобилю в обычных условиях эксплуатации, даже при динамичной езде, все прям как нужно. Едешь, перестраиваешься, да, никакой потери ощущения автомобиля, ничего, вот прям как надо. И тот случай, когда, да, очень сложно, опять же, новое поколение делать. Видимо, предыдущий Golf был так хорош, что, по сути, навернули все эти электронные прибамбасы, ну, и, в общем, все технически совершенство уже достигнуто. Куда уж дальше? Ждем электроверсии, да, посмотрим, как будет автопилот развиваться. Потому что сейчас, конечно, такая ситуация, что слишком хороши стали машины, они дошли, по сути, до своего идеала, и сложно сделать еще лучше, еще интереснее, то есть слишком уже хорошо. Такие вот моменты, такие вот истории. Как машина здорово, да, ты притормаживаешь, такой, хоп, я тебе сейчас помогу оборотами, такой, о, молодец. При этом есть, кстати, связь с картой, она определяет, если ты быстро двигаешь при ограничении или скорый перекресток, она говорит, оп, давай сбавляй ход, потому что скорый перекресток, такой, ого, даже без лидара, которого здесь нет. Конечно, это все залито этой дрянью. О, зачем столько поливать, я не понимаю. Проще, да, насладиться и проехать вперед без какого-либо аккомпанемента. Пожалуй, так. Что хочется сказать? В общем, надо брать GTI, я считаю. GTI то, что нужно. Потому что, ну, обычный Golf, ну, мне кажется, несколько простоват. Вот GTI, да. И вообще надо было, мне кажется, GTI только вести, по большому счету, потому что все остальное съедают кроссоверы, соответственно, и многие просто скажут, а мы кроссовер возьмем за эти деньги и будем правы. Я согласен. Я с вами согласен. В общем, обычные хэтчбеки нынче это прям для тех, кто вот, действительно знает, что он выбирает, да, для общих широких масс, ну, безусловно, кроссовер будет в самой массе. Так что это факт. Обороты, как вы видите, в порядке.
2500, 130. 260 будет 5000. Кому надо форсировать? Дуга, ускоряемся на зимних шинах. Прекрасно, да? Вот, вот это вот автомобиль. Вот это вот техника. Тормоза проверяем. Без вопросов. Нужно замедление легко выбираешь. До срабатывания АБС. Как нужно. Хороший автомобиль. Хороший автомобиль, вне всяких сомнений. Я не знаю, чтобы я в нем улучшил, честно говоря. По ездовым свойствам, я думаю, ничего. Добавил бы возможность россиянам выбрать полный привод, пожалуй. Да, вот она, клея, вот мы ее поймали, видите, что врым-врым, причем не по рулю, а именно вот всем, скажем так, своим автомобильным телом. Не разобщая ничего, он говорит: эй, я колея, колея, эй, я колея, колея. Это не пугает, но да, скажем так, приятного мало. Привет, российские дорожники. В общем, я бы сделал версию с нормальными кнопками, ну, с настоящим. То есть сенсорность должна быть в меру. Все-таки мы и так все время с тачскрином работаем по мультимедиа-системе, это нормально. Никто не требует, да, кнопок в данном случае. Но что касается быстрого вызова, климата, что не требует какого-то подменю, ну, зачем вам эти искусственные кнопки? Ну, слава богу, часть хоть рулем, да, делается. Вот такие вот истории, друзья. Прокатились мы на новом гольфе, соответственно, да. Немецкий автомобиль класс. Большой, да, палец вверх по езде. По эргономике, с одной стороны, все прекрасно, но, черт возьми, зачем вам эти виртуальные кнопки? Так хочется сказать. Вот он кикдаун, как хопа, поехали. 150 сил вполне достаточно для того, чтобы бодро двигаться, да, по нашим направлениям. Я согласен, что выбор подобной ревизии мотора — это правильно, но несколько удивляет то, что других вариантов нет. Впрочем, наверное, мы с вами не заслужили разнообразия. Большая часть населения такие автомобили, к сожалению, позволить не может. А было бы здорово. Вот, когда так говоришь, знай, машина годная. Я с вами прощаюсь, пока. Это был новый гольф, который классен, но, к сожалению, не так доступен, как хотелось бы. Ждем GTI-версию, ее буду брать весну, уже оно на нормальных, не зимних колесах. Ну, не вижу смысла сейчас вот, да, вот, проехал, оценил, ни туда, ни сюда получается. Все вроде понятно, как едет, да, понятно, что аэродинамика хорошая, но не понимаешь, да, как все это дело себя ведет в реальности. Я с вами прощаюсь, а реальность она у нас, как правило, все-таки летом, да. С вами прощаюсь, к черту зиму, до встречи, пока, это новый гольф, прощаюсь с вами.